Спартакиады Республики Беларусь среди детской и юношеской спортивной школы по волейболу среди девушек проходит в Могилеве. Спортсменки соревнуются в возрастной категории не старше 2004 года рождения. И сборная Гомельской области уже по традиции представлена волейболистками из дюшора Мозырского нефтеперерабатывающего завода «Жемчужина Полесья». На сей раз ученицами специального спортивного 9-Д класса средней школы номер 9. Волейболистки этой команды начинали заниматься под руководством Елены Анны Мудрагель. А после ее ухода в декретный отпуск команду приняла Галина Константиновна Корнеева. И несмотря на богатый турнирный опыт, подобный представительный республиканский старт первый в карьере наших жемчужных дарований. Возраст это 2004 год рождения в Беларуси на хорошем счету. Талантливых волейболистов хватает. И задача сборной Гомельской области, читай «Жемчужина Полесья», следующее место на пьедестале почета. И пока медальный график соблюдается нашими спортсменками, которые первую встречу с командой Брестской области выиграли со счетом 3-0. Второй матч, к большому сожалению, был проигран на тайбрейке 2-3 соперницам из Гродненской области. Следующая встреча вновь победа со счетом 3-2. Повержена оказалась Минская область. И сегодня в первом поединке дня очередная Виктория 3-0 над командой Витебская область. В оставшихся двух играх с командами Могилевской области и Минска достаточно выиграть один матч для завоевания медалей. Ну а две победы могут позволить нашей сборной, лидерами которой являются Рита Иванова, Алина Живлакова, Анастасия Казинец, даже победить в спартакиаде Республики Беларусь среди детской и юношеской спортивной школы.